Человек-паук, да, он популярный. Он стреляет паутиной прямо из рук. Он спасает город от всяких злодеев. Он всем помогает и не даст в обиду он. Быстрый он, летать умеет. Цеплять он как-то к домам. Самый он популярный в мире. Супергерой, и это факт. Человек-паук, он легенда тут. Он уже известен, давно реально вдруг. Сняли много фильмов, но в комиксах был-то он. Врагов одолеет, ведь всегда выигрывал он бой. Укусил паук, и теперь он тут. Это Человек-паук, он силен и реально крут. Паутина как канат, и летит он мир спасать от злодеев, что думают и победить его. Но всегда злодеев ждет, а реально один же исход. От злодеев, что думают и победить его. Но всегда злодеев ждет, а реально один же исход. Из любой проблемы выход он найдет, потому что сильный и быстрый тоже. Он спасает город от всех злодеев. Он всем помогает и не даст в обиду он. Быстрый он, летать умеет. Цеплять он когда к домам. Человек-паук, он легенда тут. Он уже известен, давно реально вдруг. Сняли много фильмов, но в комиксах был-то он. Врагов одолеет, ведь всегда выигрывал он бой. Это Человек-паук, он силен и реально крут. Паутина как канат, и летит он мир спасать от злодеев, что думают и победить его. Но всегда злодеев ждет, а реально один же исход. От злодеев, что думают и победить его. Но всегда злодеев ждет, а реально один же исход. Самый популярный на ютубе — это правда. А 4 Влад Бумага — это топ. У него есть ламба и у него есть гелик, у него команда. 48 лямов есть, 4 в команде. На канале Влада Гленд и Марк Риви ему помогают. Жалко нет Кобяка, куда ушел Серега? Это А4, Гленд и Рививи. Видео снимают с Марком А4. Короли ютуба, но немного платят Дженни. А4 любит деньги сильно, видео он говорит, в тренды попадает. Брат его Глеб. Жалко Кобякова нет, и Сереги тоже нет. Почему ушел Кобяк? И Серега обещал, что вернется на канал Серега видео снимать. Но взял А4 Марка и Серегу променял. Кто вернется на канал Серега видео снимать? Но взял А4 Марка и Серегу променял. Всегда побеждает в челленджах Бумага. Скоро уже будет 9 лет каналу. У него есть ламба, у него есть гелик, у него команда, 48 лямов есть, 4 в команде, на канале Влада. Гленд и Марк Риви ему помогают. Это А4, Гленд и Рививи. Видео снимают с Марком А4. Короли ютуба, но немного плагиатит Дженни. А4 любит деньги сильно, ведь он говорит. Жалко Кобякова нет, и Сереги тоже нет. Почему ушел Кобяк? И Серега обещал, что вернется на канал Серега видео снимать. Но взял А4 Марка и Серегу променял. Что вернется на канал Серега видео снимать. Но взял А4 Марка и Серегу променял. Он же очень сильный, это монстр непобедимый. Когда злой, боятся все его. Супергерой зеленый большой. Если разозлить, то станет тогда. Брюс Беннер хотел сыворотку создать. Суперсолдат, но пошло что-то не так. И сам-то он стал супермутантом. Халк непобедимый, монстр очень сильный. Он всех побеждает, когда только злится. Все он разрушает на своем пути, ведь он-то очень зол. Но он побеждает,
И потом обычный человек, то он Брюс Беннер, ученый и еще мутант. Это самый сильный Халк, рушит под собой асфальт. Он настолько-то силен, разрушает все подряд. Очень сильный, не раз уже я это все сказал. Он полтонны весит, если разозлить это провал. Очень сильный, не раз уже я это все сказал. Он полтонны весит, если разозлить это провал. В космосе был даже настолько силен. Он непобедим и очень сильно зол. Супергерой зеленый большой, если разозлит, то станет тогда. Брюс Беннер хотел сыворотку создать суперсолдата, но пошло что-то не так. Халк непобедимый, монстр очень сильный. Он всех побеждает, когда только злится. Все он разрушает на своем пути, ведь он-то очень зол. Но он побеждает. И потом обычный человек, это он. Самый сильный Халк, рушит под собой асфальт. Он настолько-то силен, разрушает все подряд. Очень сильный, не раз уже я это все сказал. Он полтонны весит, если разозлить это провал. Очень сильный, не раз уже я это все сказал. Он полтонны весит, если разозлить это провал. Самый популярный он ютубер по майну. Жителей он троллит, и это топ. Головы на завтрак, это его песня. Любит пить компот и есть он пирожок с ничем. Уже 15 лямов, это реально круто. Каждый день снимает, это очень трудно. Жалко, Вовы нет. Зато уже был Глент. Это 100% троллинг ловушка. Жителей он точно загонит нарочно. Все ради контента. Тоже любит изумруды, как они 8 миллиардов. Тут просмотров дел, он же, посмотри, любит дама строить и динамит. На канале он крутой, жителей он троллит вновь. И в деревне главный он для жителей король. И пранкует жителей, наверное, он там каждый день. Он просмотров собирает минимум талям за день. И пранкует жителей, наверное, он там каждый день. Он просмотров собирает минимум талям за день. Да, он на ютубе так уже давно. 10 лет снимает видео, ого. Головы на завтрак, это его песня. Любить пить компот и есть он пирожок с чем. Уже 15 лямов, это реально круто. Каждый день снимает, это очень трудно. Это 100% троллинг ловушка. Жителей он точно загонит нарочно. Все ради контента. Тоже любит изумруды, как они 8 миллиардов. Тут просмотров сделал, он же посмотри. На канале он крутой, жителей он троллит вновь. И в деревне главный он для жителей король. И пранкует жителей, наверное, он там каждый день. Он просмотров собирает минимум талям за день. И пранкует жителей, наверное, он там каждый день. Он просмотров собирает минимум талям за день. Людям он же помогает, когда он спасает мир от зла. Экзоскелет есть у него, железный он, и это топ. Есть много денег, смог-то сделать он его. Миллиардер он, да еще и филантроп. Летит быстро он спасать планету. Этот мир спасает, костюм надевает. В нем он очень сильный, почти непобедимый. Плазмой он стреляет, гений и механик он и изобретает. Новые костюмы будут, а не то бизнес-совладелец. Джавирс робот его, он железный человек. Супергерой же навек. Вот придумал Тони Старк робота, он же себе. Из титана и золота он сделал робота. У него же много денег, для него это пустяк. Из титана и золота он сделал робота. У него же много денег, для него это пустяк. Но камни оказались сильнее же его. Надеюсь, он вернется и будет хорошо. Экзоскелет есть у него, железный он, и это топ. Есть много денег, смог-то сделать он его. Миллиардер он, да еще и филантроп. Этот мир спасает, костюм надевает.
Днем он очень сильный, почти непобедимый. Плазмой он стреляет, гений и механик он и изобретает. Новые костюмы будут, он они дом. Железный человек, супергерой же навек. Вот придумал Тони Старк робота, он же себе из титана и золота он сделал робота. У него же много денег, для него это пустяк. Из титана и золота он сделал робота. У него же много денег, для него это пустяк. Мега популярный на ютубе, это правда, Титан Мэн и Радио Мэн. У них есть пушки, еще есть молот, ядро, у них есть еще есть пилы. Мир они спасают, а туалетов не стоят на месте, границ роста нет. Улучшаются они, на них-ка ты посмотри. Скипиди туалеты, опасные конкретно. Джимен и ученый хотят захватить планету. Но есть супергерои, не дадут сделать скипидистам дани. Жителям помогут защитить планету дани. Вот молодцы, но не все так просто, ведь их ждут бои. Но Титанмен пострадал, что теперь же делать нам? Как его дождаться нам, чтобы лучше еще стал? Ведь ученый не так просто, заманил он их туда. Но надеюсь, Тивимены пережить помогут, а ведь ученый не так просто, заманил он их туда. Но надеюсь, Тивимены пережить помогут, да. Гонка технологий будет продолжаться, только новых серий надо же дождаться. У них есть пушки, еще есть молот, ядро у них есть и еще есть пилы. Мир они спасают, а туалетов не стоят на месте, границ ростом нет. Скипиди туалеты опасные конкретно. Джимен и ученый хотят захватить планету. Но есть супергерои, не дадут сделать скипидистам дани. Жителям помогут защитить планету дани. Вот молодцы. Но Титанмен пострадал, что же делать теперь нам? Как его дождаться нам, чтобы лучше еще стал? Ведь ученый не так прост и заманил он их туда. Но надеюсь, Тивимены пережить помогут, а ведь ученый не так прост и заманил он их туда. Но надеюсь, Тивимены пережить помогут, а. Наемник опасный, за спиной две катаны, сильный он, боец всего. Костюм черно-красный, это не напрасно. Врагов не боится, и это прекрасно. Пулю он разрезать сможет катаной. Он очень сильный, и это все знают. Регенерация — это дар его всегда. Он непобедимый наемник, он шутливый. Сражается умело, Уэйд Вильсон его имя. Много разных шуток всегда есть и у него. И он популярен из-за приколов, это топ. Очень меткий он, и в этом он силен. Красно-черный вот костюм, он идет, и это жуть. Он бесстрашный, это факт, идет этот мир спасать. И бояться да все злодеи при виде его, потому что очень смелый и их не боится он. И боятся да все злодеи при виде его, потому что очень смелый и их не боится он. Цветом он похож на Человека-паука, акробат умелый на стороне добра. Костюм черно-красный, это не напрасно. Врагов не боится, и это прекрасно. Пуль он разрезать сможет катаной. Он очень сильный, это все знают. Он непобедимый наемник, он шутливый. Сражается умело, Уэйд Вильсон его имя. Много разных шуток всегда есть и у него. И он популярен из-за приколов, это красный, черный вот костюм. Он идет, и это жуть. Он бесстрашный, это факт, идет этот мир спасать. И боятся да все злодеи при виде его, потому что очень смелый и их не боится он. И боятся да все злодеи при виде его, потому что очень смелый и их не боится он. Это две машины же у Влада А4. Ламборгини популярные давно.
Ламба быстрее едет, и это же правда. Видео он доказал, и это, конечно, топ. А гелик серый, зато больше ламбы он поместит команду А4 в нем. Ламборгини Хуракан. Да, да, да. Оранжевый пепел цвета Ламборгини. Серебристый гелик. Вот еще машина. Был он в Хамере, та и в Роллс-Ройсе, и в Слада же была. Но он выбрал гелик. Непонятно, почему же вышло так. Но он рассказал же вот почему. Ламборгини он продал, а четыре та же Влад. Сложно ездить же ему на дорогах, это факт. Но есть гелик, который сможет проехать везде, даже там, где той дороги абсолютно даже нет. Но есть гелик, который сможет проехать везде, даже там, где той дороги абсолютно даже нет. Гелик для него всегда номер один, но ламбу тоже помнят подписчики, ух ты. Ламба быстро едет, и это же правда. Видео он доказал, и это же, конечно, топ. А гелик серый, зато больше ламбы он поместит всю команду А4 в нем. Оранжевый пепел цвета Ламборгини. Серебристый гелик. Вот еще машина. Был он в Хаммере, та и в Роллс-Ройсе, и Тесла даже была. Но он выбрал гелик. Непонятно, почему же Ламборгини он продал, а четыре та же Влад. Сложно ездить же ему на дорогах, это факт. Но есть гелик, который сможет проехать везде, даже там, где той дороги абсолютно даже нет. Но есть гелик, который сможет проехать везде, даже там, где той дороги абсолютно даже нет. Самый настоящий быстрый, он самосводящий. Это Соник, и он же в кино. Бежит быстро, как комета, и в этом весь он. Летит этот меч писать, и бороться он с злом. Их было трое. Knuckles, Sonic, Tails. Как тебе такой же Eggman? Есть сила? Его одолеть же сильно? Мир-то он спасает. Он не проиграет. Потому что быстрый, и он это знает. Соник летает, врагов догоняет. Соник не убегает, Соник выбегает, тренды попадает, в реки залетает. Соник он непобедим, он всегда номер один. Он для всех людей герой, и он борется со злом. Его скорость это дар его, и с ним-то он крутой. Его никто не догонит, а ведь он еще малой. Его скорость это дар его, и с ним-то он крутой. Его никто не догонит, а ведь он еще малой. Это синий еж, и слишком он хорош. Бежит быстрее звука, не знает слова скука. Бежит быстро, как комета, и в этом весь он. Летит этот мир спасать, и бороться он с злом. Их было трое. Knuckles, Sonic, Tails. Как тебе такой же Eggman? Мир-то он спасает, он не проиграет. Потому что быстрый, и он это знает. Соник летает, врагов догоняет. Соник не убегает, Соник выбегает. Соник он непобедим, он всегда номер один. Он для всех людей герой, и он борется со злом. Его скорость это дар его, и с ним-то он крутой. Его никто не догонит, а ведь он еще малой. Его скорость это дар его, и с ним-то он крутой. Его никто не догонит, а ведь он еще малой.